Всем привет! Сегодня у нас 26 мая, 21 год, время 7.20. Проходим фотоконтроль личности. Без него мы не сможем выйти на линию никак. Все, ждем. А пока пойдем посмотрим, что у нас там. Вот такой вот бардак после дождичка. Ништяк. Надо на мойку ехать. Так, ну по показателям у нас 4, 8, 5, 6. По нулям выходим. Опоздание сколько? 7 минут было. Просто все. Ебеня. Я еду в ебеня. Я еду в ебеня. Для тебя. Позвонили. Ну вот, дверь не открывается, правильно? Зачем ее ломать? Вот, ну объясните мне, пожалуйста. Вы меня повезете или нет? Я или вас... Мы будем дверь обсуждать вашу. Ну вы же не можете попасть в машину, правильно? Ну это же ваша машина, я же не хочу ее ломать, правда? Да, но вы берете и ее дергаете постоянно, вы эту ручку. Вы повезете или нет? Давайте так. Я вас повезу, но есть сзади еще дверь. А, вот так вот. Ну да. Так вы и сказали сразу. Что вы мне выговариваете? Я не мальчик. Не мальчик? Да. Не выдержал, короче. Раньше вышло. Что вы думаете, куда он звонил, везет или Яндекс, а? Какие ваши предположения? Ну да, и вам для информации заказ был за наличку. Давайте посмотрим, что у нас тут вышло. В общем, 5 заказов на 769 рублей. Ну, я вам скажу, это так себе. Как бы помнится время, когда 5 заказов это было 1000 рублей, 900 тысяч минимум. Не, ну правильно, вчера какой коэффициент горел, сегодня с работой вообще будет тяжко. Все деньги выпотрошили с пассажиров. Теперь все на подсосе. До свидания. Вот едет барин, да? Он едет посередине. Нас тут. Мы с автобусом стоим. В два ряда. А этот барин не хочет двигаться. Он просто король. Никакой культуры. Ну никакой. Можно же прижаться вот сюда, как я прижался, да, и все. А сзади можно попросить сесть? Сзади можно попросить сесть? Не понял. Сзади можно попросить сесть? Сзади? Да. Мирового океана. Так, сзади там ничего вроде. Пусто, пусто. Пожалуйста, до свидания. А что это такое? Смахивает на песочек. Не дождался один, но вышел пораньше. Хорошо, когда вот такие понимающие люди начали. Они понимают, что смысл стоять, когда вон он там сейчас пешочком дойдет и все. Все в порядке будет. Здравствуйте, извините, что заставил ждать. Минут я его стоял, ждал. Здравствуйте.
много, но жизнь говно, а я счастлив, что не день, то праздник. Это тоже классно, вокруг меня сказки, соблазны, джакузи, плазмы. Я понял, мы такие разные, бухая с одноклассниками. Бля, алкоголь в моей крови, в воздухе, когда пьян над головой, небо под ногами, планеты, земля, это челяба, еба, бит, бомба, бит, бомба, бля. Бля. Люди, видимо, не понимают, что они смотрят сами на себя. Я просто никогда, видимо, не попадали в такие ситуации, даже не потаксовывали. И пока сам это не прочувствуешь, не поймешь, ну, каково это. Все же думают, что таксисты пидорасы, блядь, здесь это самое дно, блядь. Ну да, да, да. Мы вообще-то заплатили за такси, но... Вот это вот благородная фраза. Да. Мы заплатили, мы здесь, значит, можем, блядь... Все, что хочешь, все, делать. Что хочешь, да. Какого уважения вообще ничего нету, ни субординации никакой. Я не знаю, сел себе в новую машину, как будто как дома считают, что все, блин, все позволено. Не только как дома, еще как в ресторане. Можно пить, курить. А чуваков нельзя курить? Нет, нет. Особенно вот эти СНТ, если я отказывался, я вообще... Да, конечно, да. Кто вообще туда ездит, эти СНТ? Блин, ну, есть такие. И, получается, водителя не было, вот сам на Лугане еще выезжал. Блядь, это вот... Это я не знаю, это хуже узбека, там, я не знаю, который по-русски не умеет разговаривать или еще что-то. Вот прям говно-говно, нахуй, ты был для них. Ну да. Это, блядь, это... Я не знаю, как у меня просто подходящих нет. Ну, потому что... На Логане у них как бы это... Ну, ассоциация, да, сразу такой стереотип. Да, 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 да. Стереотипное мышление. Логан, такси, все пиздец, значит. Как вообще у вас нервы выдерживают на вот это все? Лезут, сидят вот так вот неудобно. Я говорю, ну, залез на седина. Они просто в такой позе, блядь, всю дорогу едут. А я... Ну, да, да, да. Бля, ну неужели... Ну, для дураков понятно, но... что специально. Я уже заблокировал один хуй, они ну, стоят и дергают ее постоянно. Ну как так вообще можно? Ну я вот про это всегда и говорю. Кто работал в такси, тот вообще, в принципе, и меня понимает, и одни и те же проблемы, они возникают постоянные. Тупизм вот этот людей. Это же все ощущают. Хер что заработаешь, а? Целый день вот такие заказы дают. 110, 111, 120, 130. Целый день. Вы думаете, я шучу? 10 минут? Блян, чё ты там завис, братан? Братуха. Спасибо за 15 минут. Минут, 15 рублей ожидания, 161. Бля, почему вот именно на вот этом месте, рыбная деревня, второе видео и второй раз подряд здесь какие-то сложности возникают. Вот я уже с ним вот так за ним еду, минуты две. Сейчас он будет 100 лет выезжать еще. Другой вот поворачивает. Что я взял? А то прям это засыпаю, зависаю, солнышко припекает. А ты что, снимаешь что ли? Кто-то полтинничек оставил. Я тебе со стороны Родителева. Потому что я сделала пометочку, что подъезд со стороны Родителева. А это где вы сделали пометочку? При звонке. Так вы же заказываете по телефону. Телефону, да, оператору говорю, что две стороны родителей. Это вы, наверное, везет звонили, да? Да. Рублей. Спасибо. Пожалуйста, до свидания. Я вот фиг его знает, он просто
не дает короткие поездки и все. 15 минут 139 рублей. Следом тоже залетело. 2,8 подача. Сомская на машиностроительную. Тоже где-то рублей 140 будет. Должны мы были ехать на машиностроительную. В итоге на Аллее Смелых ее там осенило. И мы поехали через весь Балтарайон на Батальну. Когда можно было просто по Ленинскому поехать и за 10 минут доехать. Так, смотрите, время 5 часов, да? 11 минут. Хе-хе. Сэн, ты где? Дорогушка, ты где? Куда спрятался? Я устала, забери меня. Неужели разгорелся коэффициент? Без 15,6. Беда. Беда, беда, беда. Как они вот эти на почте летают постоянно. Не могут спокойно ездить. Ну все, хлопцы, время 7 часов. На линии было 11. Полчаса обеда. Пробег 225. Включил кнопку на заправку. Это же какими надо быть валерами, чтобы тащить по крайней левой полосе на трассу. А? Блять, это пиздец. Смотрите, 4,729, 34 заказа. И к этому еще прибавляем мы гарантированный доход 863 рубля. Почему разная разница в количестве заказов? Потому что мой район включался. Итого общая сумма получается 5600, ну, плюс чая 100 рублей. Там плюс-минус 100-150. Итого получается 5700 за 11,5 часов. Ну да, и не стоит забывать, что это все-таки грязная касса. Отсюда мы отнимаем смену, отнимаем топливо, отнимаем пожать. Итого у нас чистыми точно 3,5 выйдет. Итого и 3800, 3900 где-то вот так. В общем, все вот так. Такая смена. Коротенькая, скучная, потому что все мирно, тихо и спокойно. Так как и должно быть в работе, без всяких лишних эксцессов. Давайте подписываемся, ставим лайки. Не забываем про колокольчик, который тоже надо нажать. Ну и в принципе все. Всем, кто видел, салам-балам. До свидания.